Химках на базе Дома юных техников «Интеграл» провели масштабные межрегиональные соревнования по авиамодельному спорту в памяти инженера-конструктора Валентина Глушко. Мероприятие организовали при поддержке Федерации авиамодельного спорта России и НПО «Энергомаш». Лучшие пилоты со всей страны показали свое мастерство управления кордовыми моделями самолетов. Съехалось 57 экипажей из 11 регионов нашей страны. От Москва, Московская область представлена в большем количестве, ну а также спортсмены Санкт-Петербурга, Башкирии, Мордовии, ну и так далее. Модельный спорт имеет очень широкий спектр различных классов моделей. И вот этот вот класс, это кордовые модели воздушный бой, он наиболее как бы зрелищный, наибольшее количество участников. Соревнования ежегодно посвящают имени выдающихся деятелей ракетостроения. В этом году состязания посвятили памяти академика, главного конструктора НПО «Энергомаш» Валентина Глушко. Предприятие поддерживает материально-техническую базу Дома юных техников «Интеграл», оказывает спонсорскую помощь и курирует подобные соревнования. Все ребята, которые здесь ходят в секцию авиамодельного спорта, они потенциально являются, во-первых, они химчане. Они сейчас, очень важно то, что руководители этой секции, вот главный судья, многократный не только чемпион России, но и мира, очень увлеченные люди. И, безусловно, вот это техническое образование начальное, и уже когда человек пошел, оно в дальнейшем определяет выбор уже его специальности, вуза. И потенциально он уже работник наших трех предприятий, в том числе и НПО «Энергомаш». На боевом поле встретились как взрослые спортсмены, так и юниоры. Для авиамоделистов эти соревнования – возможность получить квалификацию к предстоящему чемпионату России. Химки регулярно становятся площадкой подобных состязаний. На самом деле это уже настолько традиционно, потому что Химки – это общепризнанный вообще центр, лидер с точки зрения авиамодельного спорта и соревнований по авиамодельному спорту. Уже не один десяток лет. Это уже более 20 лет проходит и практически ежегодно. Турниры межрегиональные, и раньше они были и международные, естественно. Каждый бой длится 4 минуты. За это время пара спортсменов-авиамоделистов выясняет, кто сильнее. На поле одновременно и новички, и профессионалы. Но для каждого из них эти соревнования являются большим событием. Я участвую на соревнованиях на протяжении практически 6 лет, и для меня это большое удовольствие. На этих соревнованиях я участвую третий раз. Один раз я вставал на пьедестал, занял второе место. Я запускаю уже 3 года, на этих соревнованиях тоже участвую третий раз. Ну, на пьедестал пока не вставал еще. Воздушный бой – один из самых динамичных видов авиамодельного спорта. Пилоты с помощью тонких металлических тросов управляют самолетами, которые двигаются со скоростью более 100 км в час. И этот увлекательный процесс завораживает не только участников, но и зрителей. Елена Тараненко, новости Химки ТВ.